Всем привет! Сегодня хочу показать вам обзор огурцов, которые мы выращиваем, которые показали хорошие результаты в этом году и которые нам понравились. Здесь есть и новинки, и новые сорта, которые мы вырастили впервые. Я вам приготовил вот 10 сортов. Ну, давайте начнем вот с этого угла. Вот сейчас вам покажу. Вот я приготовил этикеточки, то есть пакетики, с которых сеял. Это вот огурчик Маньчжурский император. Это от сибирского сада. Вот я, наверное, штук 5 пакетиков этих огурцов посеял. Вот они, смотрите, обещают, что будут болезнеустойчивые, быстрый рост плодов для вкусных ранних салатов. Действительно, этот огурчик не болеет в этом году. Вот такие вот плоды, похожи как на этикетки. Вот моя рука, смотрите. Ну, где-то до 25 сантиметров. Это плоды, вот они лежат. Где-то в возрасте 2-3 дня. Когда перезревают, они вырастают до всех 50 сантиметров. Вот такие самые как раз без семян. Их можно кушать. Как раз они для салата подходят. Можно их и консервировать. Просто вот смотрите. Или напополам перерезали. И такой 15-12 сантиметров огурчик влезет в банку. Мы консервируем только в литровые банки, в 3-литровые не консервируем. Но в 3-литровую банку, как видите, вполне влезет вот этот. Можно напополам, можно на 4 части резать. Ну, напополам и еще так, вдоль, поперек, как вам угодно. В общем, такой огурчик. Очень без горечи, очень вкусный, сладкий, хороший огурчик. Далее у нас лежит вот это F1 гибрид от агрофирмы-партнер Шоша. Очень он популярен, очень его разрекламировали. Этикетку где-то не нашел, уже потерял. Вот такие вот огурчики. Их желательно подвязывать. На сетке они очень хорошо растут. Вот, смотрите, какие огурчики. Хорошие для консервации, для салата. Очень ранний сорт. Гибрид, извиняюсь. Так, далее у нас идут огурцы. Вот, сейчас покажу. Вот два огурчика эти. Тоже длинноплодные. Без такого, как вот этот император, он колючий чуть-чуть, а эти гладкие. Вот он. Это Baker Creek. С Америки получил. Yamato Extra длинный. Вот название. Вот они такие на упаковочке. Здесь достаточно много было семян. Штук 50, наверное, 60. И вот эти огурчики. Это тоже двухдневные плодики. Они у меня слезат на земле. Их не подвязывал. Но на земле они, как видите, скручиваются. Если вот этот император висел, то он ровненький. А эти у нас были на земле. Они скрутились. Ну, неплохой сорт. Двухдневный вот плод. Да, по длине где-то до 20 сантиметров. Этот даже, в принципе, в литровую банку влезет. Он загнулся, если ровненький был. Мы их тоже консервируем. Очень-очень сочные, нежные они. И нам очень не понравились огурцы. Где-то так. Четвертый огурчик. Это уже известный
Я показывал его в прошлом году. Это суюлонг. Если сравнивать вот Ямату двухдневный и двухдневный суюлонг, то посмотрите. 30 сантиметров. Такой огурчик. Этому даже, наверное, полтора дня, меньше. И вот император, они значительно, император меньше, эти крупнее. Хороший огурчик. Крупненький, очень вкусный. Вызревшие вырастают до 70 сантиметров. Толстые, большие. Я прикреплю в описании ссылку на видео, где эти огурчики на грядке, прямо на кустах. Они очень большие, крупные. Нам они очень нравятся, и их выращиваем мы уже где-то, ну, лет 7 точно. Очень хороший сорт, ежегодно со своих семян. Ну, была у меня и этикеточка американская, но я ее не нашел. Так, далее у нас идет вот такой вот огурчик. Это у нас шанхайский длинный. Вот смотрите. Такие вот огурчики. Тоже от сибирского сада. Где-то по 15 сантиметров. Я буду тенек, потому что телефон перегревается, уже вижу экран. Темный стал. Вот такой вот огурчик. Шанхайский длинный. Тоже очень сочный, нежный и сладкий. Далее у нас лежит вот такой вот огурчик. Опять же в тень возвращаюсь. Это с польского пакета Цезарь F1. Тоже гибрид. Смотрите, они такие корнишончики небольшие. Такой не сильно ровный. Вот на окончании он, видите, здесь толстенький, кончик тоненький, более какой-то к яйцевидной форме. Этот огурчик. Очень удобно консервировать, очень много их завязывается на кусту. Где-то через 40 дней уже есть огурчики. Очень классный. Вообще не горчат. Если после полива и длительной засухи кое-какие огурчики вылезла горечь, то в этих нет горечи вообще. Так, далее у нас еще один огурчик. Вот такой, с белыми плодами. Это огурчик блондин. Российской селекции. Вот такие вот плоды. Это однодневный такой коротенький, смотрите. А вот покажу вам уже. Это большой. Дня 3-4. Ну, больше они не растут. Это максимальный вес и размер. Далее вот такой у нас огурчик идет. Вот его сейчас скажу название. Вот его этикеточка. Ну, я точно не умею по-английски читать, но написано «Жилет роз». Желтая такая у них кожура, нарисованная на упаковочке. Ну, огурчики вот такие вот, смотрите. Такой желто-белого цвета. Это уже тоже дня 3-4 огурчику. Вот он. Такие они больше не растут. Маленькие, вот такого размера, как блондин, бывают. Так. Далее у нас огурчик, который называется мельничка. Это Чехия. Тут много взял. Вот возьму несколько, ладошки покажу, смотрите. Такие вот огурчики. Без явных таких пупырышков. Очень гладкие огурчики, не колючие. Очень-очень классные. В банке идеально для консервации. Они вот такие, видите, маленькие, хрустящие, очень-очень-очень хрустящие. Так что советую мельничку. Вообще, много лет их выращиваем. Любимец. Это молоденькие, а вот смотрите,
Это уже большое, они тоже больше не растут. Это тоже мельничка. Вот. И вот открытие этого года. Огурчик Сайгон. Это японский огурчик. Смотрите. Это вот такие плодики. Я потом вам сниму, покажу кусты. Вот за каждым листом закладывает плод. И вот такие вот коротыши. Корнишоны длинноплодные. Я первый раз такие встретил. Никогда таких не видел. Вот они, конечно же, они вырастут, будут, наверное, такие, как император. Ну, вот эти где-то неделю они держатся вот такими. Они очень-очень медленно нарастают. И вот у нас первые уже есть. Они примерно такого размера. Ну вот где-то дней 7-8. Они вот такие чуть-чуть, там они подрастают, подрастают. Ну, как вот, видите, например, на первый день. Вот, я даже рвал их по пазухам листьям. Вот, на один, на второй, на третий, на четвертый день. На пятый он чуть-чуть будет длиннее. Огурчики вообще обалденные. Так что советую вам вот эти 10 сортовых гибридов посадить обязательно. Семена, как всегда, можно будет приобрести у нас на осень. В октябре будет новый каталог. Вот я вам еще раз их покажу, эти огурчики. Вот маньчжурский император, Шоша, Ямато экстра длинный, Суйо Лонг, шанхайский император, Цезарь, Жилет Рос белый, Блондин, Мельничка и Сайгон. Сайгон — это вообще открытие сезона. Это что-то с чем-то. Хочу пожелать вам удачного дня. Если понравилось видео, ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых видео.